Центральная городская библиотека имя Герцена сегодня у вечера запрошая гамельчан стать удельниками юбилейных мероприемств, присвеченных 100-годию с дня ее официальных открытия. Установа гостина расчинила свои двери для читачов 10 красовика 1919 года у будинку по улице Замковой 59. На той момент она была самой буйной в городе. Фонд складал 55 тысяч томов на русской, белорусской, польской, французской и немецкой мовах. У день народжения гостей чекают выставы, встречи с цікавыми людьми, знакомство с историей библиотеки, ее коллекциями, забавляльными мероприемствами. Завершить юбилейный день вернисаж у кадры Герценка, подчас якого пройдет церемония узнагороджения переможцев одноименного фотоконкурсу.